доброго времени суток всем. Хочу вам показать новый букс. Ну, открылся недавно, насколько я знаю. Всего пользователей 4168 человек. Выплачено уже 5566 рублей. 28 копеек. Я не буду объяснять. Покажу, как зарегистрироваться. Первая регистрация очень простая. Не такая сложная, как на SEO Sprint. Укажите ваш никнейм английскими буквами, любой какой хотите. К примеру, укажите ваш действующий email. На него придет ссылка для активации. И все, после сколько видите звезд на картинке, к примеру, 4 нажимаете, и все, регистрация проходит успешно. Так как я уже зарегистрирован, я войду под своим. Очень лично понравился этот сайт. Существует, даже не знаю, где посмотреть, сколько он уже существует. Самое больше, что мне нравится, это поднятие рейтинга. Я всего здесь 10 дней, и у меня рейтинг почти 50. Ну, завтра уже точно будет 50. Статус рабочий, рейтинг 100 наберу, буду бригадиром уже. Ну, как я понял, это быстрее, чем на SEO Sprint. Авторифбэк рефералом 50%. Это авторифбэк, это если вы пройдете по моей ссылке, вы будете моим рефералом, и вам будет на ваш заработок добавляться 50% от меня. Можно так сказать. Зарабатывать очень легко. В левой строке есть такой пункт «Зарабатывать». Заходим сюда, автосерф. Ну, здесь в день как минимум 10. Появляется. Можете посмотреть сами, если серфинг сайтов. Это ручной автосерфинг, где можно хапнуть вирусов, поэтому я особо там не стараюсь. Вот ссылки для серфинга 0,015 рублей. Ну, это неплохо, как я считаю. Ссылок немало, я вам скажу. С утра зайдете, как минимум 60-70 ссылок уже будет готов. Причем, что мне еще нравится, по сравнению с SEO Sprint, здесь на ссылку выделяется таймер 20 секунд. Я думаю, это нормально. Чтение писем. Платят тоже неплохо. 0,3 копейки и тому подобное. В день вот копейки по 6, иногда по 5 бывает. Появляется ссылок. Прохождение тестов, я еще здесь ни один тест не видел. Это серьезно, не буду врать, но реально ни одного теста я так и не видел. Выполнение заданий дают тоже неплохое. Заработок, здесь видите, помоги проект, поставь свой отзыв и тому подобное. Сейчас я вам еще покажу. Топ 50. А вам это, наверное, не интересно. На первом месте, как обычно, админ. Там они очень интересны. В основном из-за рейтинга стали. Идет конкурс по привлечению рефералов. Минимальное значение 1000. Призовой фонд 3000 рублей. Ну как, это общий на 3 места 3000. Первое место оплачивается 1500 рублей на основной счет. Второе место 1000 и третье 500 рублей. Также идет конкурс с 1.06.2013 до 02.09.2013 включительно. Это конкурс активных кликеров. Минимальное значение тоже 1000, призовой фонд 1000 рублей. Рассчитывается на 3 места. Первое место 600 рублей, второе 300, третье 100, как обычно. Вот VIP задание. Хорошее задание за хорошие деньги. Я думаю, неплохие деньги. Помоги проекту, оставь свой отзыв и тому подобное. Сам это админа. Ну, все, что еще я могу вам сказать. По личному кабинету я являюсь рефералом админа. Мне нравится, по крайней мере. Заданий немного выполнил. Серфинга всего 300, прошел за все 10 дней, уже 49. Рейтинга это отлично, я вам скажу, показатель неплохой. Сейчас ведутся работы от
хочет поменять, как вам сказать, рифбэк с 50% до 90% поднять. Но это будет относиться к тому, будете ли вы появляться на проекте или нет. Ну все, вроде все понятно. Баланс в левом нижнем углу. Все, заказать выплату можете в любой момент. Выплаты приходят сразу, но я выплату не получаю, я в основном трачу на рекламу. Личный кабинет, вот управление рекламой. У меня здесь на SEO Sprint, задания и тому подобное. Ну все, всем спасибо за то, что выслушали. Я думаю, что вам понравится, если вы все-таки появитесь здесь. Всем удачи на проекте, также и в жизни. Все, спасибо.